Поаплодируем, молодцы, что вышли. Так получилось, что вас вызвали, да, добровольно вытолкнули. Но я вам сразу хочу сказать, что в этом конкурсе все получат призы. Но мне бы хотелось, чтобы вы действительно их как бы заработали, то есть постарались. А я хочу вас у всех спросить, вы умеете танцевать? Ага. А ТикТок нет? Так, хорошо. Сейчас я вам все объясню. Нам нужно каким-то образом встать. Тут не видно будет, да? И для каждого из вас мы приготовили один танец. Маленький, одноминутный всего. Я буду показывать, кто выходит сюда. Этот человек выходит сюда, в центр зала. Смотрит на экран. Запоминает движение. Потом поворачивается к жениху и невесте. Мы опять ставим ролик. И на память нужно сделать то, что вы увидели и запомнили. Примерно понятно? Итак, поддержим первую участницу. Аплодисменты. Внимание на экран. Пока не повторяйте движения, запоминайте их, хорошо? Внимание на экран. Танец в стиле «Танец живота». Тот столик, мне больше всего волнует. Если что, привстаньте. Самое главное для любого исполнителя — это ваше хорошее настроение, ваши улыбки, ваши бурные аплодисменты. Поехали! Танец в стиле... Пока нет, пока нет. Танец живота. Теперь. Держим! Подглядывайте иногда. Наш шпагат. Я пошутил. Аплодисменты, молодцы. Так, не уходите, не уходите. Нет. Отлично, идем дальше, дорогие друзья. Танец в стиле дерзкий стайл. Танец в стиле дерзкий стайл. Поехали! Поддержим! Не смог, конечно, почему-то прямо закончил-то. Еще там продолжение. Так, хорошо. Страшно? Почему? Зря. Внимание на экран. Поехали. Танец в стиле робот-стайл. Танец в стиле робот-стайл. Хорошо, молодец, аплодисменты. Танец в стиле той. Ну а вам-то хоть страшно? Тоже нет. Так, хорошо, внимание на экран, прошу вас. Танец в стиле той дэнс. Танец в стиле той дэнс. Так, все аплодисменты ей, бурные овации!
Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. У нас следующий участник. Итак. Так, смотрим на экран. У вас есть 30 секунд, чтобы запомнить движение. Танец в стиле «младший братишка». Стайл. Опан, Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Оп, 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 оп. Опан, Гангнам Стайл. Танец в стиле «младший братишка». Стайл. Опан, Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Оп, 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 оп. Опан, Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Оп, оп, оп. Опан, Гангнам Стайл. Эй, секси лейди. Оп, 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 оп. Опан, Гангнам Стайл. Эй, секси лейди. Оп, 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 оп. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출. Молодец, молодец. Так, прошу вас, внимание на экран. Танец в стиле пьяно стайл. Танец в стиле пьяно стайл. Да все что угодно, поехали! Молодец! Молодец! У нас еще одна участница есть. Все нормально? Ничего страшного? Не боитесь? Да что такое? Полегче? Ладно. Внимание на экран. Танец в стиле поппинг. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake well, that yes, thing. Yeah, Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, oh, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk, up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, more to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your death. Молодец! Молодец! Справили задание просто великолепно. Я хотел бы сейчас вручить всем призы под ваши аплодисменты. Присаживайтесь. Столик номер 6, прошу вас. Сторона невесты это у нас, да? Сторона невесты. Пойдемте, столик номер 6. Ближе, пожалуйста, сюда, чтобы... Так, наверное, здесь уже не получится по часовой стрелке. Кто у нас самый ближайший родственник здесь? Все прям близкие. Да, ну все, начинай. Алена, конечно, мы с тобой не были в детстве, как сказать, лучшими братьями, сестрами, но все-таки я тебя любил, и ты меня любила. И я хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. И я очень рад, что ты вышла замуж.
Удачи тебе и процветания. Алена, Николай, поздравляю вас с этой знаменательной такой датой. Ну, Николая я первый раз вижу, но он мне уже симпатичен. Алену я давно знаю. Красавица, молодец, трудяга. Ну, желаю вам долгой и счастливой жизни. Желаю, чтобы у вас было взаимопонимание в первую очередь. Чтобы вы уступали друг другу. Потому что, когда каждый стоит на своем, в семье получаются ссоры, непонятки и так далее. Да, не это. В общем, здоровья вам, детишек красивых, здоровых, чтобы у вас все ладилось. Так, короче, как я как отец, одну вещь скажу. Смотрите, ребята, как все начиналось, что вся жизнь так и продолжалась. Поняли? Аленочка, я поздравляю вас с днем свадьбы. Ты у нас всегда останешься для нас маленькой девочкой. Чтобы у тебя тоже было много, куча детишек, чтобы вы прожили свою жизнь долго и счастливо, любили друг друга. Самое главное, чтобы у вас было взаимопонимание. Остальное вокруг, что творится, можно забыть. Главное, чтобы вы вдвоем понимали друг друга. Вот. И счастья вам! Алена, Николай, поздравляю вас с этим днем. Желаю вам счастья, семейного благополучия. Любите друг друга, цените, уважайте. Любви, счастья вам. Вы знаете, дорогие друзья, я прошу вас сейчас, обратите внимание, это глава семьи, невесты. Бабушка Татьяна, аплодисменты ей. Бурная овация. Я не зря об этом говорю, сейчас объясню почему. Потому что первый кусочек торта получите именно вы, как глава семейства. Хорошо, как самый старший. Ваши бурные аплодисменты, пожалуйста, вот сюда вставайте. Бабушка. Так, вы сюда в центр. Вот сюда, пожалуйста, подвиньтесь. Вы, наверное, все догадались, чего сегодня не хватает. Это не хватает, конечно же, свадебного, самого вкусного, большого торта. Под ваши бурные аплодисменты. Вынос торта! Дорогие наши молодожены, вам не обязательно резать весь торт. Это все сделают официанты. Вам сейчас самое главное, буквально один кусочек порезать, хорошо, для главы семейства. Пожалуйста, для бабушки. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Поддержим, поддержим! Сейчас, пожалуйста, подойдите к бабушке. Бабушка, попробуйте, пожалуйста, как торт? Вообще нужно кормить гостей или нет? Вы как глава семейства, первый торт кусочек пробуете? Нет, если он сильно вкусный, мы не обязаны кормить гостей. Очень сладкий.
не жалко, да? Жалко. Он очень сладкий. На всю их сладкую жизнь. Аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Вот первый кусочек о главе семейства вам. Вот. Остальное уже сделают все официанты. Ну а вы, дорогие наши молодожены, занимайте свои места. Так, я прошу сюда подойти ко мне на одну секундочку, буквально, точнее на одну минуту. Это брат Умяр. Где? Брат Умяр. Нет, это не ошибка. Это не ошибка. Я к чему это говорю, что? Нет, сейчас он, одну секундочку. Дело в том, что мне сказали, что вы сейчас поздравите наших молодоженов. Но не в тосте. Тост вы уже сказали, по сути дела. Значит, скажете еще. Вы сейчас поздравите наших молодоженов. Может быть, не один. Возможно, ваши друзья вам помогут в этом. Поздравите лезгинкой под ваши аплодисменты. А, скажете тост, да? Сейчас, одну секундочку. Можно я скажу? Подождите, о, вы в натуре постоянно лезете и лезете, клянусь. Сядьте чуть-чуть, подержите. Подержите, ола, интрига должна быть, понимаешь? Я хочу сказать, что я очень долго ждал этого момента, чтобы встать вот сюда, на вот это вот место, поздравить вас с днем свадьбы, пожелать вам всего самого хорошего. Алена меня не слушает, ну да ладно. Послушай меня, ну, пожалуйста. Всего вам хорошего, счастья, здоровья, всего наилучшего. Чтобы у вас было очень много счастья, очень много радости. 12 детей. 12 детей вам желаю. 11 футбольная команда и тренер, клянусь. Чтобы у вас все было хорошо. Я бы мог сейчас притчу сказать, клянусь. Я бы мог сейчас еще что-нибудь сказать. Но это все лишнее. Я желаю вам счастья. Поздравляю вас с днем свадьбы. Я вас очень сильно... Алена... Ты моя сестренка, я тебя очень сильно люблю. Всего тебе хорошего. Давайте теперь танцевать. Одну секундочку. Дело в том, что это не танцевальный антракт. Это ваш подарок. Но сольно, конечно, сложно выступать. Вот я смотрю, что тут есть еще друзья ваши. Помогут. Все. Итак, дорогие друзья, дарит лезгинку под ваши аплодисменты. Поехали! We'll be right back.
Браво, красавчик. Молодцы! Молодцы! Пожалуйста, занимайте свои места. Замечательный подарок. Танцевальный подарок. Это бесплатно, что ты... Сегодня уже говорила, когда Коля был маленький, я его называла ключиком. А потом, наверное, в классе третьем он ко мне приходит и говорит: не называй меня, пожалуйста, ключиком, надо мной смеются. Я говорю: ну хорошо, ты будешь Колян. В общем, Колян. Я сразу скажу, я очень-очень сильно люблю моего брата. У меня их много, но люблю их всех очень сильно. Я очень долго ждала, когда мой брат женится. Я бросила все и приехала сюда, потому что я хотела убедиться, что он женится. Я ему на слово не поверила. Знаете, чего я вам желаю? Я сама очень уже долго замужем. И семейная жизнь – это огромная работа, вот очень-очень большая работа. Это нужно работать, над чувствами, над эмоциями, над отношениями. И вот с годами, я 19 лет замужем, у нас на следующий год будет 20 лет, как мы женаты. И вот со временем я поняла, вот два важных правила. Мужчина – он должен в любой ситуации, неважно, что произошло, плохое, хорошее, доброе, злое, он должен вовремя обнять, молча, просто подойти, обнять и вообще ничего не говорить. А жена должна уметь просто вовремя промолчать. Это золотое правило идеальных отношений. Я вам просто от всей души желаю, чтобы вы этому научились. Я желаю вам долгих-долгих лет жизни, не единственного ребенка, вам большую-большую семью, чтобы вы ценили друг друга, любили, уважали. Я очень надеюсь, что вы будете безумно счастливы, чтобы вот с годами она, любовь не проходит, она перерастает во что-то огромное, и просто вот без своей половинки ты не можешь жить. Чтобы когда-то пришло вот это безумное чувство, когда ты с ним поругалась, безумно поругалась, бесит он тебя, он уехал куда-то, а ты думаешь... чтоб скотина не разбился. Это очень важно. Ты понимаешь, что не важно, что он делает, но он тебе так дорог, он тебе так любим, и она также. Вот она злится, психует, кастрюльками гремит, но она ими гремит, и она рядом, даже когда злится. Любите друг друга, цените друг друга. Это очень важно. Я вам желаю встретить, я не знаю, 25-летие, 50-летие, 75-летие. Колян, я надеюсь на твою долгожизнь. Я очень вас сильно люблю. Берегите себя, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Сегодня очень важный момент в вашей жизни. Я вам благодарна, что я могу быть в этот праздник вместе с вами. Берегите себя. Счастья вам и огромной-огромной любви. Вы мои очень родные люди. Она вот просто радуется сейчас, что у Коли есть семья. И папа также. Наверное, я уже больше ничего не буду говорить. Все рады, пойдем обнимем. Перемного слезы, а дождь на окнах рисует, напоминает твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а боюсь, что потерял. Ты по малой ордынке,
Так, дорогие наши молодожены. Ренат. Таданя мой, пожалуйста. Эмир. Дания. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Вы же хотели еще, ну возьмите кого надо. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started. Так, подвигайтесь, чтобы все поместились на одной линии, пожалуйста. Какая у вас у всех, какое у вас их образование? Высшее, среднее, техническое? Высшее? Ну еще зарплату скажи, вот это вот. Так, хорошо. Я почему я это спросил? Потому что сейчас каждая пара одновременно будет изображать определенную букву, которую я буду говорить. Теперь смотрите. Любая буква. Вначале вы танцуете немножко, чуть-чуть подвиньте, чтобы между вами было расстояние. Все, отлично. Все, отлично. Внимание. Теперь смотрите, дорогие друзья. Буква должна таким образом читаться вот с этого места. Понимаете, чтобы... Оно же по-разному бывает. Я вот в эту сторону или в эту сторону. Жених с невестой должны понять, какая вы буква. Каким образом вы вдвоем будете эту букву показывать? Сейчас, одну... Нет, дайте я объясню. Каким образом будете показывать, это ваша проблема. С помощью рук, ног, поп, я не знаю как. Но чтоб все получилось у вас, хорошо? Итак, начинаем. Вначале танцуем. Поехали! Нет, на месте. Рио де Жанейро, и сегодня будет бал. Танцуй, моя Орейра, залетем на карнавал. Тут как в Рио де Жанейро, и сегодня будет бал. Танцуй, моя Орейра, залетим на карнавал. Уна. Стоп! Буква Б, Борис, Б. И стою перед тобой, как на вершине. Вот с этой стороны читаем, у вас неправильно, развернуться надо. Так, неправильно, развернуться надо. Так, давайте теперь смотреть, что у нас получается. Здесь буква Б есть? Ну, по-моему, есть. Так, Б тут есть. Здесь Б есть. Здесь корявая, но есть. Аплодисменты. Что у нас получается? Вот они сзади вас. Вы немножко вот сюда, чтобы все помещались. Танцуем дальше, поехали! Эти танцы до утра, нам не хочется домой. Уна, я сегодня выходной. Ой, нам не хочется домой. Ой, будем делать ай-яй-яй. Тебе смайлик, мой лик. Стоп! Твердый знак! В другую сторону, ну вы что? Так, хорошо, давайте проверять. Здесь... Так, можно не сами, не мешайте, пожалуйста. Так, хорошо, отлично, здесь. Не, правильно. Так, здесь... Ну, вроде похоже, здесь... Вроде похоже. Аплодисменты, мягкий знак есть. Танцуем дальше. Стоп. Буква Ша. Ше. Чуть громче музыку. Жень, добавляй музыку. Это сильно тихо. Буква Ша. Добавь музыку.
Я не могу понять, у вас... Вот это вот что? Буква Ш. Так, вот теперь более-менее есть. Ну хорошо, отлично. Так, здесь это буква Ш, да? Отлично. Да все нормально. Честному человеку нечего скрывать. Тут тоже ша есть. Аплодисменты, молодцы! Танцуем дальше! Танцуем, танцуем! Стоп! Буква В! В! Они сами, не мешайте им, они сами все сделают. Так, хорошо, показываю. Давайте посмотрим на вас. Где буква В? Это восьмерка, это не В. Ладно, молодцы, двигайтесь, чтоб... Молодцы. Так, теперь... Ох ты, какая В у нас. Так, а здесь... Так, ладно, пусть будет В. Буква В. Это В, это Ф. Это Ф, Федор. Она В, Виктор. О, Господи. Только в другую сторону. Аплодисменты. Так, танцуем дальше. Kissing stranger. Someone I love, kissing strangers, till I find someone I trust, kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Stop! Буква Д, Д! Так, давайте будем смотреть. Так, здесь, по-моему, на букву Д похожи. Молодцы. Немножко подвиньте. Спасибо большое вам. Так, теперь здесь. Все, подвиньтесь, ребята, все. Так, а здесь я что-то ничего понять не могу. Данияра, понятно. Ну, подождите, ну, ничего не понятно. Чего он вышел? Так, теперь вы. А, по-моему, одинаково должно быть. Хорошо, отлично, молодцы. Так, здесь буква... Это буква Д, да? А? Ну, русский язык пусть будет, хорошо. Это нужно 3D включать, да, в себя, чтобы понимать? Ну, молодцы, аплодисменты! Я сейчас хочу вручить всем призы, всем участникам под ваши аплодисменты. Myself a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Bounce my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, girl, you know. Так, все, спасибо. Ну, а я прошу выйти на нашу импровизированную сцену семью невесты. Семья невесты поздравляет. Прошу вас. У меня самая главная задача сейчас. У меня сейчас самая главная задача протянуть время. Я здесь стою второй раз. Второй раз я хочу сказать, что, Алена, ты сделала правильный выбор. Ему плохо, походу.
ты сделала правильный выбор. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Чтоб у вас все было хорошо, и чтоб вам в семейной жизни за это ничего не было. Я еще раз повторюсь, вам 12 детей, футбольную команду вместе с тренером. Всего, всего вам хорошего. Ким, гельди мы? Все, гельди. Алена, гельди. Ким, гельди, да. Алена, я вышла, знаешь почему? Потому что я твоя семья. Тетя Таня – это моя мама. Если кто не знает, тетя Таня – моя грудная мама. Она меня кормила молоком. Поэтому я, получаюсь, твоя халашка. А я твой брат, прикинь. Поэтому я вышла сразу, когда сказали «семья». Вот, я считаю, что ты моя. Понимаешь? Вот. Так что... Да. Еще раз счастья вам. Вот Андрея дождались. Красавчик! Что за лев, клянусь? Что там, ребята? Как оно? Празднуется? Ну-ка, палец вверх поднимите, если все нормально. Все нормально, да? Ну, давайте, ребята. Давай, пробегай дальше. Так, давайте, я уже вам говорил. И еще раз скажу. Самое главное, чтобы все как в первый раз. Как начиналось оно, чтобы вам в будущем, чтоб я не видел такого, что в прошлом там это, чтоб оно как начиналось, все вот это продолжалось всю жизнь. Поняли? Нормально? Что нормально? Вот так оно и должно быть. Так оно, такова она жизнь. Давайте следующий, говорите. Можно я скажу? Давай. Это самый главный тост. Пожалуйста, давайте проявим уважение. Все, кто здесь сидят, давайте послушаем внимательно. Хорошо, потому что семья говорит... Братья, сестры, я понимаю, нужно кайфануть. Ну, чуть-чуть послушаем, хорошо? Давайте все. Алина, скажи. Я сказала уже. Вот. И до золотой, и до серебряной свадьбы. Ну, я думаю, через год мы посмотрим, как вы справились с этой задачей. Через год встретимся. Алена, скажи. Алена, я твой брат, я тебя люблю сильно. Я желаю, чтобы у тебя было много детей. Потому что ты моя сестра, я тебя очень сильно люблю. Ай, мужчина! Маша, давай. Нет, я боюсь говорить. Ай, мужчина, Игорь. Что сказать? Говори. Алена, я твоя сестра, я тебя люблю очень. Я хочу, чтобы твоя семья стала... я хочу, чтобы вы были всегда счастливы. Чтобы вы любили друг друга и жили счастливо. Ален, я тебя очень сильно люблю. Я увидел твою свадьбу, я дождался. Не, серьезно. Да, старый. Да я выше тебя, блин. Я тебя очень люблю. Я тебе желаю всего хорошего, чтоб денег много. Коле тоже желаю всего наилучшего. Вот прям все супер, чтобы у тебя сложилось. И чтоб девочек, а то у пацанов много слишком. В долгий путь. Счастья. Огромного счастья, чтобы это было бесконечно. От себя. Алена, ты знаешь, от своего брата.
чтобы это было на всю жизнь. Живите. Дай Бог детей вам, семейного благополучия от себя, от имени моего брата Егора. Я просто хочу, чтобы вот, вот так сегодня было все у вас хорошо. И это на всю жизнь, чтобы было. Понимаете? Сегодня рядом с нами мои родные и близкие люди. Это моя крестная, это моя сестренка, мой племянник. Вот как говорят, дай Бог вам счастья, Аллах разын. Вот, вот как еще, я не знаю. Пусть все у вас будет хорошо. От души. Тут действительно так получилось, что мы две семьи, русские и турки, прожили всю жизнь дом к дому одной семьей. Наши дети общие. У меня двое, у вас? Пять. Да сама забыла. Вот это наша большая общая. Я с родными бывало так не жила и не делилась, а как мы ели вместе все, всю жизнь. Всю жизнь, не только продукты и дети. Я хочу вам пожелать всего самого хорошего. От себя, от моей семьи, от семьи Корслиевых, потому что мы одна семья. Дай Бог вам счастья, дай Бог вам всего хорошего. Рожайте! Плодитесь, и как еще вам, я не знаю сказать, пусть все у вас будет хорошо. И дружбы, вот такой вот дружбы всегда. Спасибо большое, замечательные поздравления. Удобно? Так, хорошо. Можно вас попросить? Да, да. Где? Я смотрю, у него туфелька, главное, да? Я ничего понять не могу. Невеста молчит, он молчит. Я потом спрашиваю. Я спрашиваю, в чем дело. У нас у турков это воруют туфлю. Да? Русских. Можно? У нас у турков принято по обычаям жесть. Вот мы по обычаям до конца. Хорошо, отлично. Сейчас я объясню все. А в чем дело? Зачем? А у нас как бы не турецкая свадьба, а русская. По русским традициям так не принято, чтобы турки воровали туфлю и требовали с дружки 50 тысяч, чтобы выкупить туфлю. Смотри, смотри, мы по-турецки пришли и решаем так, ваши так, традиции. Не, десятка мало. Че там? Тормози, тормози. Мы на Каскленском рынке, братан, машинами торгуем. Не, стой, стой, стой. Все нормально, что там? Говори, говори, брат. Короче, мы дружно решили то, что будут выкупать эту туфлю наши гости, да. Дорогие. Конкретно гости выкупать будут. Давайте, аукцион. Да, аукцион. Нет, а может не аукцион сделать? Смотрите, есть разнос. Вот вы будете за друга, да? А где подружка у нас? Где подружка? Каспи принимаем или нет? Каспи принимаем. Итак, пожалуйста, вы можете по этой стороне, вы по этой стороне. Все деньги приготовили, прошу вас, поехали. Выклянчивайте деньги. За туфлю за что? У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради, Христа ради. Червонец золотой. Вот господин какой-то, а рядом никого. Цепочка золотая на
брюхе у него цепочка золотая, на брюхе у Música de otro planeta. Если честно, мало. Ну ладно. 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 Так, теперь самое главное, все по второму. Ну, я не думаю, что там еще что-то дадут. Поэтому я думаю, что нормально, все деньги идут в фонд наших молодоженов. Все. Мало, но нормально. Нормально. Верну. Вот я еще пятеру от себя закину. Да. Пятеру закину? Да. Эй. Много, больше не точно. Это типа аукцион, да? Нет. Может, какой-то конкурс будет. Нет, все, я забираю, нормально. Нет, я заберу. Давай посчитаем. Почему ты заберешь? Не, подожди, брат. Давай посчитаем. Эй, ты не забывай. Туфля-то у меня. Давай, смотри, мы забираем, говорит. Что там? Он пятеру закинул, мы забираем, говорит. Давай посчитаем, у кого больше. Тебя или... Туда закидывай, брат. Хорошо, ну предположим, кто-то из вас выиграл. Я не могу понять только одного. Забрали туфлю и что дальше? Ну хорошо, нет. Брат, послушай, туфлю-то не забрали. А, ну в том-то и дело, я говорю. А что они хотят, кто-то выиграл? Дальше что будет, если на первую выиграли? Слушай, вы пришли за туфлёй. Туфлю-то не забрали. Да, с миром. Я все это забираю и туфлю отдаю. Ехала ма? Я заряжаю Альба! Паша! Песню выключи, выключи, тигр? Брат! Слушай, песню выключи, брат! Смотри, я все эти деньги в семью закидываю. И... Не, вот эту. Смотри, вот эту я забираю. Вот эту я забираю, как чотал. Смотри, туфлю я отдаю конкретно. Смотри, не, подожди, брат. Я деньги и что-то и туфлю отдаю в семью, смотри. Чтоб у вас. Да, не, 10 тысяч себе. Когда деньги будет, 10 вернешь, брат. Нормально. От души не за. Всего вам хорошего. Все, это в семью. Конкретно. Дети родятся, им все, что хочешь, подаришь конкретно. Брат. Мне сказали в самом начале свадьбы. В самом начале, помните, там на крыльце. Что вы подготовили определенные частушки или как это? Или как? Дорогие друзья, это самый старший человек здесь, находящийся в зале. Я прошу, в зале полная тишина. Можно? В зале полная тишина. Алена, Николай, специально для вас, вот самый старший человек, самый уважаемый человек в этом зале, кое-что для вас приготовил. В зале нужна полная тишина. Прошу. Дорогие мои дети, внуки, сыновья, дочери, я вам прочитаю кое-что интересное, короче. Школу парикмахерский я зашел побриться, долго мне царапал один ученица. Я плачу, рыдаю, кровь с меня течет. Она мне шепчет, я стою зачет. Сфотографировал меня фотограф на осле верхом. И послал я карточку в свой родимый дом. На карточке написал, чтоб понял семья. Дорогие дети, сверху это я. Хочу разводиться, разлюбил жену. Прокурор мне шепчет, зачем, к чему? Дорогой прокурор, у нее характер хуже, чем змей. Если мне не веришь,
сам женись на ней. По Бакинским улицам я однажды шел. По Бакинским улицам я однажды шел. И красивую девушку, которую там себе нашел. Жирный, как барашечка, глазки, как изюм. Жирный, как барашечка, глазки, как изюм. Ты постой, красавица, слушай, дорогой. Ты мне очень нравишься, Гого, стань моей женой. Ах, с этой красавицей я 3 года жил. Обувал, одевал, на базар водил. Обувал, одевал, на ищак водил. Покупал ей проники, покупал изюм. И конфеты, лагафеты, там шурумбур. Я домой пришел и красивую девушку, которую дома не нашел. Серебро и золото она забрала, обстановку с мебелью тоже убила. А теперь, товарищи, перед вам клянусь, на красивой девушке, которую больше не женюсь. Браво! Подождите, ну дайте я вам дам хоть приз-то. Это ваш приз. Замечательная песня. Частушки, это просто замечательно. Аплодисменты, дорогие друзья. Человеку, который был целый день сегодня с нашими молодоженами. Целый день. А что еще? Собираетесь в ночь еще прийти? Поэтому мне бы хотелось с удовольствием предоставить вам. Вы тоже будете, да? Значит, у нас получается друг и подружка сейчас поздравят. Итак, дорогие друзья, самое главное для любого исполнителя, для любого тастующего, ваше хорошее настроение и ваши аплодисменты. Друг и подружка сейчас поздравят. Дорогие мои Алена и Николай, внимание, пожалуйста, можно не драться там этот? Хочу вас поздравить с этим знаменательным днем. Я очень рада, что я дожила, во-первых, до этого дня. Что я смогу участвовать в вашем дне свадьбы, что я могу присутствовать на этом дне, что я помогала тебе со сборами, что я была с тобой на каждой стадии твоих сборов, что я была на каждой стадии твоего подготовления к этому дню, была и свидетелем того, что ну, не каждый здесь увидит. Я очень желаю вам благополучной семейной жизни, потому что, как по мне, это самое важное – понимание, в семье друг друга, на друг друга не кричите, Коля, не обижай ее, я буду следить. Потому что если ты будешь ее обижать, я буду рядом, всегда рядом. Желаю вам всего самого наилучшего, побольше, конечно, деток. Прям там, ну побольше, 7 штук. Можно побольше, маму твою переплюнешь. Потому что я считаю, что ты отличная мама, Коля, ты отличный, Коля, ты отличный отец. Я дружу с тобой уже больше 10 лет, Ален, и я видела, как ты к этому стремилась. Я хочу пожелать всего самого наилучшего. С днем свадьбы! Дорогие молодожены, еще раз хочу вас поздравить. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Коля, я знаю, чуть больше 10 лет. Примерно 11-12 где-то. За это время он и другом был, и шефом был. Ну, плохого ничего не могу не сказать. Так что спасибо за все. Оставайся таким же справедливым
жизнерадостным. То, что ты начал заниматься спортом, пить бросил, курить бросил. Я в тебя верю. Дай Бог, через год будем годовщину твою праздновать, ты уже будешь такой живчиком. Жене твоей желаю терпения. Коля, не скажу то, что хороший, он мозгоеб. Буду правду говорить. Так что мира вам, взаимопонимания, благополучия, здоровья вам, вашим детям. Живите счастливо. И ни в чем не отказывайтесь никогда. Давайте, за вас, молодожены. Сладко! Спасибо! Никому никогда, ни за что не угадать, кто его заставил так согреться. Миллионы мужчин, но подходит лишь один, можешь даже не считать по пальцам. Знаешь ты, и знаю я самой себе. Возле своего стола. В зале полная тишина и аплодисменты. Вначале аплодисменты, потом тишина. Нашим молодоженам. Так, внимание, дорогие друзья. Хотел бы поблагодарить каждого из вас за то, что разделили с нами это событие, этот день. Каждый из вас внес в нашу жизнь ту или иную действие, ту или иную роль. Хотел бы всем сказать спасибо, здоровья всем, ну и чтобы мы встречались почаще. Всем добрый вечер. Мне очень приятно, что вы пришли на нашу свадьбу, оказали такую честь, выделили нам свой день, свои часы, свое время для того, чтобы побыть с нами, повеселиться, поздравить нас. Надеюсь, я произвела хорошее впечатление, и Колю вы отдаете в хорошие руки. Большое вам всем спасибо. Ну, чтобы еще встречались. Но в феврале еще встретимся. Я прошу, все незамужние дамы, подойдите ко мне, все незамужние девушки. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск! Аплодисменты! I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Так, Ален, пожалуйста, присаживайтесь вот на этот стульчик. Фата — это символ невесты. Белый платок — это символ уже замужней дамы. Сейчас мы снимем фату, невесты оденем этот замечательный платок. И буквально через одну минуту наша дорогая Алена уже будет не невестой, а законной женой. Прошу. Прошу, прошу. Алена, ты уходишь в дом другой. А каждый дом сам по себе держава. Там все свое, и распорядок свой, и свой закон, и правила, и право. Алена, ты уходишь в дом другой, а там свои тропинки от порога. Чтоб сделать шаг, ты оглянись, постой, и выбери, куда поставить ногу. Ты уходишь в дом другой, пусть он роднее будет с каждым годом,
И все, что там возникнет перед тобой, пусть солнцем обернется для тебя и медом. Огоньки, светлячки золотые, ярким светом сегодня зажглись. К молодым на свадьбу родные и друзья близкие собрались. Вижу здесь я знакомые лица, взгляд гостей, ну, что же, обращен к молодым. Николай! И хочу я, друзья, обратиться. Забирай невесту, точнее уже не невесту, а теперь это твоя законная жена, замужняя дама. Аплодисменты еще раз, дорогие друзья. Сады и дорога одна. Были вы жених и невеста, а теперь стали муж и жена. И бокал я за то поднимаю, чтобы вас не коснулась беда. И от чистого сердца желаю вам любовь сохранить навсегда. Счастья, радости вам, молодые, а печаль навсегда позабыть, как цветок ненаглядный. Так, жених и невеста, если вам не сложно, встаньте сюда, в центр зала, вдвоем. Все-все сюда, дорогие друзья, большой хоровод. Пойдемте. Ребята, я прошу вас, большой хоровод, вокруг жениха и невесты, все становимся. Так, пожалуйста, так, чтобы они были в центре, шире-шире круг, возьмитесь за руки, возьмитесь за руки. Нет, вот круг, вот он уже пошел. Возьмитесь за руки. Сейчас танцуете просто, что хотите. Хотите медленный танец, хотите быстро, хотите просто смотрите то, что будет сейчас происходить. Потому что сейчас мы проведем как бы такую песню, споем все вместе для вас. Она очень подходит для свадьбы особенно. Мы все идем по часовой стрелке. По часовой стрелке. И поем вместе со мной хотя бы припев, хорошо? Поехали, по часовой стрелке, поехали. Пошли, молодцы. Возьмитесь за руки. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю не основать я. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Возьмите за руки, идем по кругу, шире, шире круг. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Есть нам справиться с судьбой, один есть только путь, мелькает дней. И тучи разогнать нам трудно над землей. Теперь просто остановились, дорогие друзья, и аплодисменты нашим молодоженам. И этот мир придуман не нами,
этот мир придуман не нами. Осторожно, удивите. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Все вместе. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Еще раз приготовились все вместе погромче. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Дорогие наши молодожены, я здесь. Ура! Ура, товарищи! От себя лично хочу вас поздравить с вашим первым днем совместной жизни. Пожелать вам всего самого хорошего. Я получил огромное удовольствие веселить сегодня ваших гостей и быть ведущим на вашей свадьбе. Всем желаю всегда хорошего настроения. Будьте счастливы, будьте успешны, чтобы все в вашей жизни было хорошо. Я с вами прощаюсь. Ваш тамада Алексей Кожемякин. Дал сау болнуза. До свидания. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз. И глаза закрываю на миг, забыв, что я городская сейчас. Эта песня «Синий простор» край родимый напомнила мне. И девчонку ту, что с недавних пор часто вижу я во сне. You see, brother Louie, 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 I'm in love.
in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Brother Louie. I'm no good, can't you see it, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, such a dream. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, ну почему? И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Вы что творите? Зацепила меня, ослепила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Громче крики, громче звуки, поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить. А может лучше что-то подарить. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Вы что творите? Зацепила меня, ослепила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Малиновая лада, малиновый закат. Хотела на Канары, а везут тебя замкат. Холодный, как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Пусть луна нам светит ярко, обгоняем мы на марку. Везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром. И пусть луна нам светит ярко, обгоняем мы на марку. Везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром. Ехать некуда, по южному шоссе. Не хочется, не надо, ведь в ней уже розе. Но ехать некуда, а все едут кто куда. Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновая лада, малиновый закат. Хотела на Канары, а везут тебя замкат. Холодный, как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Пусть луна нам светит ярко, обгоняем мы на марку. Везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром. И пусть луна нам светит ярко, обгоняем мы на марку. Везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром.
Звук поставим на всю, и соседи не спят. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу сегодня точно не уснет. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает песка. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Это юность моя. Уже весь двух, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, Катю вперед. В центре уже отдыхает народ. Ты прибавляй звук, настежь окно. Снова на всю из колонок добро. Пара друзей, также подруг. И придам их на сердце мечту. Две белые косички подлетают наверх. Я тебя целую в губы, и ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай дверь. Я хочу побыть с тобой наедине. За стеной бит и бас гремит. Мы снова не спим, пока весь город спит. Я знаю одно, наше время летит. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Это юность моя. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет любовь. До рассвета полчаса, пробуждаюсь ото сна, и в душе моей весна проснулась вновь. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Твои райские глаза, словно птицы в небесах, я лечу за ними сам по небу. Я в тебя одну влюблен, этим чувством окрылен. А может, это просто сон? Только наяву. Красивая история, между нами все невероятно.